Сегодня же премьер провел совещание по развитию механизмов бюджетного финансирования госпрограмм. Дмитрий Медведев обратил внимание, что расходы в этой сфере должны быть максимально эффективными. Прежде всего, это касается социальных направлений. Зашла речь о необходимости внедрения на всех уровнях принятого недавно порядка выделения денег на бюджетные расходы. В феврале наблюдались сложности с получением средств из федерального бюджета. Мне говорили коллеги об этом. Ряд организаций просто не смогли получить денег, выплатить зарплату. Ну, иными словами, просто не до конца подготовились к тому, чтобы этот новый механизм казначейского сопровождения внедрить. Конечно, такая ситуация недопустима, и исполнение обязательств перед людьми должно иметь приоритетный характер. Новый механизм, который мы все внедряем, это хорошая вещь. Он должен и дальше использоваться. Но не менее важно, чтобы зарплата вовремя платилась. Надо все это наладить.